друзья, у нас оттепель сегодня. Вот, мне надо за водой снова съездить на родничок. Поехали. Так, человек идет. Пропустим. Приходится проявлять внедорожные способности. Чем дальше, тем интересней. Весна идет. Весна, кстати, уже во всю весной пахнет, что удивительно. Вот это вот, конечно, интересно. 15 февраля, вообще погода весенняя уже, который день стоит абсолютно. Так что так. Поговорить я хочу сегодня вот о чем. Вот многие спрашивают и пишут, вот на Дзене недавно комментарий читал, что вот что ты, как бы, почему Нива, почему ничего нового уже не хочешь, как бы, вот. То есть есть же, пишут, лучшие автомобили и так далее. Я уж вроде на эту тему бесчёту раз уже говорил, и у меня родился образ. Вот как бы на словах вот так вот говорить, это всегда тяжело, как бы свои ощущения передать, вот свои, значит, свои взгляды. А вот образно, я думаю, это будет более наглядно. Так вот, вот я... Вот, кстати, один был из комментариев, что ты, наверное, ни на чем лучше не ездил Нивы, и поэтому тут как бы уперся в нее рогом, и все, тебе самый лучший для тебя автомобиль. Вот, но на самом-то деле я ездил очень много на чем, и поскольку я еще вот делаю автообзоры, то есть я тестирую многие автомобили, вот, какие-то на камеру, которые достойны, на мой взгляд, внимания, какие-то просто для себя, то есть прокатился и вот, иногда не разрешает снимать, вот, чтобы не ругаться, как бы я не снимаю. Но факт в том, что поездил я за свою жизнь много на чем, и у меня вот реально я могу сравнивать. Но и более того, у меня есть финансы для того, чтобы... Я могу себе позволить просто большой круг автомобилей. Я про это тоже уже говорил не раз. То есть, но я покупаю то, что мне вот... То, что считаю целесообразным, и то, что мне понравилось. То есть, если мне машина не нравится, я ее не куплю. Вот сейчас я вам, значит, как раз объясню одну вещь. Вот представьте офисное помещение. Современное офисное помещение, минималистичное, серое, ну, оно современное, технологичное, вот. Ну, вот, картинку вывожу на экран. Вот, видите, да? Значит, хотели бы вы в таком помещении жить? Я думаю, что нет. А теперь вывожу вам уютненькую, такую деревенскую гостиную. Смотрите, ну совсем же другое дело. Вот опять же, это вот по мне, это мои ощущения, я вам передаю через эти картинки. То есть вот то, что я тестировал, автомобили какие, вот они мне вот таким вот серым офисом представляются. А Нива, вот это вот такая вот уютненькая гостиная у меня по ощущениям. Ну вот, то есть я вот вам попытался подобрать образ, который... у меня складывается. Я думаю, теперь стало все понятно. То есть вот поэтому я и не хочу менять этот автомобиль вот спустя год, потому что я не вижу альтернатив. Вот он на протяжении почти 30 тысяч километров пробега не изменился нисколько вот в своем поведении, в ощущениях, то есть не принес проблем. Поэтому минусов я никаких тоже не выявил за этот период эксплуатации, значит. Поэтому здесь, надеюсь, что там не будет никаких легковушек, которые надо будет вытаскивать. А, ну да, естественно. Их просто не может быть там,
потому что дорога вон какая вся, видите, наверное, да? Поедем аккуратно, чтобы там не стащило меня никуда с этой дороги. Вот, ну, в общем, вот объяснил, да? То есть вот поэтому я не хочу менять этот автомобиль, потому что он вот мне вот дает такие ощущения, он меня не разочаровал. И альтернатив я не вижу, то есть я от него реально получаю удовольствие по сей день от этой машины. Просто не хочу ничего больше другого. Вот все, поэтому буду ездить. Вот. Значит, про резину сейчас тогда вам скажу сразу же. Резина, тоже был вопрос такой. После летней эксплуатации для зимы, значит, свои свойства для движения по снегу, вот особенно вот в оттепель, когда скользко, потеряла часть своих свойств. Видимо, есть износ небольшой. Вот прошлую зиму она была более царапучая. Сейчас она уже не такая. То есть сейчас я могу где-то буксовать уже. И на следующий сезон уже я буду подбирать зимнюю резину, как и обещал, собственно говоря. Я примерно определился, ничего говорить не буду, то есть еще подумаю несколько раз и приму решение. То есть мне тут, в принципе, уже посоветовали. Так что так вот. А летом нормальная эта резина. Вот лето я проездил, ну, по грязи там, по жиже она нормальная, и по трассе себя показала неплохо. Что вот так вот. С резиной надо решать. Потому что я вот на сейчас, вот на это я не рискну какой-то выехать глубокий снег. Там просто мы будем буксовать. То есть надо тут какие-нибудь браслеты, цепи, колеса для этого одевать, чтобы нормально по снегу на ней покататься. Так, ну вот все, я приехал, в принципе, на родник. Пойдемте тогда. Сейчас наберем водички. Вообще весна, все тает, по ощущениям, весенняя. Вот Дмитрий, вот ваши перчатки, очень пригождаются, очень теплые. Это мне подписчик прислал, благодарю. Ну и не только перчатки, там подарок такой был ценный, благодарен, и семья благодарна. Вот. Все. Родничок. Товарищи, сегодня свой репортаж
я заканчиваю. Еще один день с New Way Travel. Нила в деле. Вот, всем пока. До новых встреч на канале. Все. Владельцев автомобилей Lada Niva Travel и Chevrolet Niva мы предлагаем прекрасный аксессуар. Это органайзер-багажник. Посмотрите, насколько богат его функционал, сколько здесь различных отделений и даже есть выдвижной столик. Органайзер имеет опциональную подсветку, которая располагается по периметру. Наш органайзер очень легкий и очень легко монтируется в багажник, не требует каких-либо специальных креплений. Изготавливается органайзер на автоматическом оборудовании ЧПУ, а проектировка его шла с применением 3D-сканирования багажника автомобиля. Смотрите на эту груду вещей, сейчас она вся окажется в недрах нашего органайзера. Удивительно, не правда ли? Даже еще место осталось. Через боковые дверки можно вытаскивать небольшие предметы. А вот так вот можно воспользоваться вашим столиком. Для нашего органайзера специально выпускаются вот такие вот эва-корики. Крепятся они очень просто с помощью клепучек. Коврики не мешают дверкам свободно открываться. Раскладываем сиденья и получаем практически ровный пол. Щетка для чистки снега прекрасно помещается внизу. Заказать наш органайзер вы можете по телефону либо электронной почте, которую вы видите на ваших экранах. Обращаю ваше внимание, что при заказе именно по этому номеру либо почте вы получаете очень хорошую скидку на данный товар. Подсветка органайзера и коврики – это отдельные аксессуары, и они не входят в стоимость базового изделия. Актуальную цену на органайзер и сопутствующие товары смотрите внизу в описании к этому ролику. Доставку осуществляем транспортной компанией либо Почтой России. Благодарю за внимание.